Мы одержимы тем, что делаем. Тем, что важнее развлечений. Острее постоянной боли. Значительнее любых трудностей. Сильнее наших страхов. И в этом мы с вами похожи. Уважаемые дамы и господа, представляю вам 12-раундный поединок за вакантный титул чемпиона мира WBC Silver в легком весе до 61,2 килограммов. Встречайте в синий угол ринга боец из города Толу, Колумбия, Динер Бирио! Ну что ж, все главное событие сегодняшней программы. Денер Берио против Заура Абдуллаева. И Денер первым проследует в ринг. 20 побед, 11 нокаутом, одно единственное поражение, одна ничья. Послужной список 27-летнего колумбийца по прозвищу Монстр. Карьеру Монстр начал в декабре 2010 года. Большинство поединков провел у себя на родине, в Колумбии. Но вот на выезде бился дважды. В мае 2017 года перестучал Рустама Нугаева, Денер Берио. А затем проиграл в очень зрелищном поединке раздельным решением судьи Павлу Маликову. Причем смог отправить Павла Маликова в нокдаун. По крайней мере, там было нокдаун такое. Был отсчитан, но... Нокдаун был отсчитан, точнее, насколько да. Это было, да, нокдаун. Итак, Берио уже в ринге. Ну а теперь Заур Абдуллаев. Такой, наверное, первый момент истины для Заура Абдуллаева, очень перспективного российского легковеса, который начал свою карьеру буквально в марте прошлого года и за все то время выступлений в ринге очень сильно прибавил как боксер, на мой субъективный взгляд. 8 побед, 0 поражений, 0 ничьих, 6 побед нокаутом у Заура, ему 24 года, проживает в Екатеринбурге. Свой предыдущий поединок провел против Арди Байоса, случилось это в феврале, буквально недавно здесь же. И очень успешно разобрался с филиппинцем, выиграл техническим нокаутом в 7-м раунде. До этого побеждал Роберто Гонсалеса, также опытного филиппинского нокаутера, побеждал досрочно. Сейчас на такой серии досрочных побед находится Заур Абдуллаев. 3 победы у него досрочные есть. Оппозиция повышается. И я вам скажу, на кону в поединке Абдуллаев-Берио пояс WBC Silver. Это если брать иерархию Всемирного боксерского совета, то это второй по значимости пояс. И обладатели этого пояса могут получить право боксировать за звание чемпиона мира по версии WBC, например. Ну и, соответственно, обладатель пояса очень высоко взлетает в рейтинге WBC. Итак, Заур Абдуллаев и его момент истины сегодня в Екатеринбурге. Соперник серьезный, соперник непростой. И амбициозные представления боксеров. Слушаем. Судейскую бригаду поединка за вакантный титул чемпиона мира WBC Silver. Боковые судьи. Ираклий Малазония, Россия. Предраг Алексич, Черногория. Франциско Айоза, Испания. Хронометрист Татьяна Баринова, Россия. Супервайзер WBC Оксана Семенишина, Россия. Рефери Эктор Афу, Панама. Итак, представляю вам соперников. В синем углу боец из города Толу, Колумбия. Ему 27 лет. Рост 169 сантиметров. Вес 61 килограмм 50 граммов. Профессиональный рекорд. 22 боя. 20 побед, 11 нокаутом. Одно поражение, одна ничья. Чемпион Колумбии по боксу. Динер!
соперник в красном углу. Боец из Екатеринбурга, Россия. Ему 24 года. Рост 175 сантиметров. Вес 61 килограмм 100 граммов. Профессиональный рекорд. 8 боев. 8 побед, 6 одержанные нокаутом. Чемпион мира WBO среди молодежи. Не знающий поражений. Заур Абдуллаев. Возраст, рост, вес и профайлы бойцов на ваших экранах. Я уже начал заговариваться в ожидании этого поединка. Но сейчас должно быть очень интересно. Такая прям настоящая проверка для Заура Абдуллаева. Дэнер Берио боксировал с Павлом Маликовым. Проиграл раздельным решением судей, как мы уже говорили. И такой непростой бой был для Павла. Заур выше ростом и, по идее, должен воспользоваться преимуществом в длине рук. Ну и отличается Абдуллаев от всех тех соперников, с которыми до этого встречался Берио. Из российских. Заур высокий, ну, может быть, чуть-чуть поменьше Рустама Нугаева, но совершенно другой боксер по типу. Он не будет рубиться всю дорогу на, так сказать, средней дистанции. Он боксер, который, в общем-то, может не только нокаутировать, но может и именно поиграть, побоксировать, поработать технично. Ну, и, конечно же, прекрасная передняя рука Заура Абдуллаева, этот острый. Острый джеб, хлёсткий. Заур Абдуллаев очень хорошо оснащен технически, если мы говорим про технический арсенал этого боксера. Он умеет бить, ну, практически под любым углом, умеет отлично комбинировать. Ушел сейчас под руку Заур Абдуллаев, несмотря на то, что есть у него преимущество в росте, хорошо поднырнул под правый боковой своего соперника. Дистанция длинная, 12 раундов, первый 12-раундовый поединок в карьере Заура Абдуллаева. Поэтому здесь, конечно, нужно рассчитывать силы на всю дистанцию, мало ли не удастся нокаутировать соперника быстро. Кстати, высказывал такое желание Заур. Говорил он в интервью, что я хочу быть первым, кто победит Дэнера Берио досрочно. Посмотрим. Посмотрим. Пока все очень осторожно. Первый раунд. Берио тоже понимает, что против него, в общем-то, не мальчик для битья вышел. У Заура еще раз, да, у него на 8 побед, 6 побед нокаутом. Причем на победа нокаутом над неплохими соперниками. И пока Абдуллаев просто дает работать Берио, да, практически не выбрасывает удары сам. Да, при этом время от времени мы видим, так угрожает финтами, постоянно дергает, не дает просто так стоять ему. Ну и показал, что хорошо умеет защищаться, защищался от уклонами и нырками, мы видим в этот ну эпизод. И плюс, да, и коллега, хочу добавить, смотри, как хорошо использует свои руки Абдуллаев, когда защищается. То есть он за таким бруствером прямо. Да, он плотно перекрывается за такой щит. Да, и мы видим, что Берио не рискует. Не рискует. Прекрасно понимает колумбиец, так сказать, цену ошибки. Немного бесконтактного позиционного боя только что было. Вот взорвался Абдуллаев. Ну и, кстати, Берио, заметь, коллега, тоже неплохо защищается. Он тоже перекрыт. Это очень хороший, конечно же, боец. Мы знаем его. Те из нас, кто смотрели его бои, понимают, что соперник, конечно, очень серьезный. Дэниэл Берио. И очень мотивированный он. Вот решил взорваться в концовке колумбиец. Но, по-моему, там все по защите было. Ну что ж, первый раунд такой очень небогатый на события, так скажем. Достаточно скупой, но мы очень надеемся, что в дальнейшем будут бойцы, конечно же, работать активнее. Возможно, этого и следовало ожидать. Да. Йордан приехал на арену, да. На арену соперник Павла Маликова, бывший соперник, между прочим, Роберта Геррера. Дауд Йордан, это серьезно. Индонезиан Пауэр, все дела. Вот он уже идет в свою
раздевалку. И шанс для Дауда Йордана попытаться завоевать право боксировать за титул чемпиона мира. Ну и точно такое же желание у Павла Маликова. Это главное событие, еще раз напомним. Дауд Йордан, Павел Маликов. То, что бой приобретает статус элиминатора, стало известно недавно относительно. А у нас второй раунд. Заур Абдуллаев, Дейнер Берев. Первый раунд прошел очень осторожно. Только в концовке был такой всплеск активности со стороны колумбийца. Заур очень осторожно провел первый раунд. Будем смотреть, что дальше. Да, но этого следовало ожидать. Оба бойца искушенные, опытные. Никто не бросится в атаку. Оба внимательны, оба будут готовить свою атаку. Очень пока все аккуратно. Причем ни один из соперников не отдает пространство. Мы видим, практически весь поединок пока продвигается у нас в центре ринга. Да, так танцуют боксеры в центре друг перед другом. Ну вот, пошел в атаку колумбиец. Решил рискнуть, пойти в атаку. Отличный вот удар первый, по туловищу, да, от Заура. Точный, да, мощный удар от Абдуллаева. Под локоть туда попал Заур. Вот хорошо сейчас навстречу, попал. Да, попадает Заур. Вот. Вечер перестает быть томным в Екатеринбурге. Постепенно, постепенно начинают бойцы больше выбрасывать ударов. Но высока цена ошибки, поэтому Заур тоже не рискует. Он попытался было взвинтить Берио темп, но мы видели, Заур хорошо ушел, сместился и ушел на свою удобную для себя дистанцию. Но вот если будет продолжаться так же, наверное, план Заура именно работать с дистанцией, работать, может быть, пока одиночными ударами. Главное, чтобы они были точные и, скажем так, цепляющие глаз судей, чтобы судьи видели. Да, но у Заура хороший, скажем так, тайминг. Он может выцелить и ударить неожиданно и очень жестко и остро. Смотрите, как сейчас отзащищался хорошо на ногах. Ой, хороший апперкот навстречу от Абдуллаева. И снова промахивается своим крюком справа Дэниел Берио. Но вот если так будет продолжаться, то, мне кажется, поинтереснее Заур смотрится. Хотя, может быть, да, публика хочет большего. Пошел на обострение Дейнер Берио. Заур внимателен. Да, все принял на блок. Еще раз, пока бойцы работают осторожно, потому что высокая ответственность. Ну и у нас всего второй раунд. 12 запланировано в этом поединке. Да, для Заура, это первый 12-раундовый бой. А вот попадает Берио сейчас слева сбоку. Хорошо! Хорошо. Отработал Заур сейчас и красиво защищался корпусом. Но посмотрим. Третий раунд ждем. Коллега, твои впечатления от первых двух раундов? Что скажешь? Прекрасно, великолепно. Очень все так, хотя не очень много пока действий, но очень все остро и напряженно. И мы слышим, как затих весь зал. Все вот так в предвкушении хорошего боя. Я думаю, раунд от раунда бойцы будут прибавлять, и нас будет ждать все более яркое зрелище. Вот я всегда отмечал, что Заур боксер очень дисциплинированный. И вот, видимо, план на бой был именно такой. Поработать за блоком, самому много не выбрасывать. Первый, по крайней мере, первую половину. И если есть возможность точно ударить, нужно бить. Ну и мы видели, да, в концовке взорвался уже не одним ударом, а комбинацией. Трехударной комбинацией, ну, конечно, Абдуллаев. В углу мы видим, у Заура прекрасная команда. Это, конечно же, и тренер Николай Попов, также Андрей Напольских. Ну и один из лучших катманов, наверное, мира. Это Дмитрий Лучников. Один из лучших катманов Солнечной системы, я скажу. Планеты Земля. А у нас третий раунд. Плотно, заметьте, как широко встал на ногах Заур. Внимателен, он собран. Да, начинает с джеба, боковой. Да, ну и Берио тоже опасается. Не работает он много пока. Ну, мы помним, как так очень опасно
встретил левым крюком Заур. Вообще встретить очень хлестко и жестко Заур может. Поэтому, я думаю, Берри, конечно же, готовился, смотрел бои с участием своего соперника и поэтому внимателен. Ну, я думаю, до взрыва, я думаю, готовит на взрыве атаку колумбиец в любом случае. Он может взрываться, да. Он может, он умеет, мы с вами видели его в действии. Вот боковой, пожалуйста, от Берри слева. Попал джебом сейчас Дейнер. Взяли бойцы паузу. Бей слева, кричат колумбийцу. Пошел вперед Заур. Пока без ударов, но за блоком. Вот, прошел у него джеб. Попытался встретить апперкотом Дейнер Берри. Но оба пытаются друг друга дернуть. Дернуть и ударить. Вот здесь, может быть, чуть-чуть поближе бы стоит работать Абдуллаеву. Чтобы плотнее удар заходил. Ну, чуть-чуть совсем. А вот пропускает сейчас Абдуллаев и там добавляет. Была задумка, попытался Заур ударить левой снизу в голову, но прочувствовал этот удар, оттянулся, успел Берри. Ну, Дейнер Берри, мы видим, видели, и те, кто видели его бои, конечно, знают очень хорошо. Рефлекторный такой боец, с хорошей реакцией. Да, может очень неожиданно пробить, когда ты совсем не готов к этому. Заур все это знает, поэтому видим, он держится на дистанции. Старается держаться от Берри чуть-чуть подальше. Вот, пожалуйста, взрыв от колумбийцев, но на блок, но все на блок. А здесь проходит удар у Дейнера Берри. Раунд позади. Ну а вот вашему вниманию приезд Павла Маликова, российского боксера, который сразится с Даудом Йорданом в главном событии. И Дмитрий Лучников, собственной персоной, лучший катман галактики. Вот, коллега, я знаю, ты, кстати, был на семинаре у Дмитрия. Да, буквально недавно мне посчастливилось побывать, и эти два дня я подчеркнул очень большое количество информации. На самом деле очень интересно ведет Дмитрий. Очень прекрасная обстановка, дружелюбная всегда у него на семинаре. Я знаю, что ты по-новому теперь смотришь на тейпирование. Без сомнений, это очень большую, обширную информацию я получил на этом семинаре. И теперь твои бойцы будут всех вырубать с первого удара. Это была ирония. Ну, а у нас четвертый раунд. Четвертый раунд. Заур Абдуллаев, Дейнер Берри. Бой за звание чемпиона WBC Silver. Да, совершенно верно. В легком весе, весовая категория до 61 килограмма 200 граммов. Парень чернокожий. Вот сейчас попал, кстати, это Дейнер Берри из Колумбии. 20 побед, одно поражение, одна ничья. Его соперник Заур Абдуллаев. Очень интересный российский проспект. 8 побед, 6 побед нокаутом, 0 поражений. Вот стал попадать Берио, кстати. Он так прошла вот эта, знаешь, такая скованность. Он решил как-то поймать кураж и... И больше стал выбрасывать ударов. Да. То есть он решил первым сбросить эти оковы осторожности, так скажем. Здесь не достал Заура перкотом. В предыдущем эпизоде мы видели... Мы слышим, подсказывает Николай Попов, больше раздергивает своего соперника, больше ложных действий, маскировать начало своей атаки. Хорошо сейчас левым боковым. Но мне кажется, Зауру в четвертом раунде уже... Вот, хороший боковой. Но мне кажется, маловато ударов Заур бьет. Может быть, чуть-чуть все-таки побольше выбрасывать.
не прям там ураганные серии, да, там из там 196 ударов в секунду, но хотя бы 2-3 удара бить. Тяжело сказать, вы знаете, у Заура прекрасный тайминг, мы знаем это по его поединкам. Так, очень вот четкое понимание, когда и где ударить. Ну, возможно, да, возможно, не время. Мне просто не только как комментатор, но и как зрителю хочется, чтобы было все более оживленно в ринге. Начал потихонечку поджимать. Без ударов, но поджимать своего соперника Заур. Я думаю, что Берио к этому был готов. Естественно, он изучал бои Абдулаева, но нужно... Хорошо! Дал промахнуться, но здесь остался Абдулаев и все-таки цапнул его справа Дейнер Берио. Но Заур, кстати, наверное, Дейнера Берио даже удивил где-то, потому что в других поединках Заур по-другому работал. Здесь он именно от соперника действует. Ну, мы знаем такую поговорку, что каждый боксер работает так, как дает ему работать его соперник. Ну и, в принципе, Берет отдает работать. То есть у нас нет такого безумного темпа и большого количества ударов со стороны колумбийца, например. Он практически, смотри, он даже не встречает джебом. Он встречает апперкотом, который прошел, кстати. Коллега, если ты обратишь внимание, он прекрасно защищается подставками и корпусом. То есть ему джеб не нужен. Просто так он, возможно, идет на это для того, чтобы вовремя встретить своего соперника. Вот. Как сейчас боковой через руку, заметьте, бросал Дэниел Берио. Ну, я так скажу, в этом поединке еще ничего не ясно. И пока все очень конкурентно. И сложно делать какие-то выводы. Ждем следующий раунд, смотрим наиболее яркие моменты закончившегося. Пятый раунд. Из 12 запланированных на кону пояс WBC Silver. В легком весе российский боксер Заур Абдулаев против Дейнера Берио из Колумбии. Да, в перерыве тренер Дейнера Берио так очень импульсивно подталкивал ему к тому, чтобы тот работал больше первым номером. Показывал, что ему нужно идти вперед. Это было понятно даже по жестам. Но приближается к экватору поединок уже пятый раунд. Никто не сомневается. Вот, хорошо попал сейчас колумбиец. Смотрите, взорвался он комбинации. Зауру нужно быть аккуратнее. И, может быть, да, вспомнить про корпус. Поработать по корпусу бойца из Колумбии. Хороший удар по туловищу, но была рука на месте у Берио. А вот отвечает апперкотами уже Дейнер Берио. На джебе работает Абдулаев. И подсказывает Николай Попов Зауру о том, чтобы постоянно бил джеб. Срывал начало атаку колумбийца. Вот как сейчас примерно. Но хорошо бы к джебу еще что-то подключить на самом деле. Вот туда напрашивался правый в обвод блока. Может быть, почаще даже. Ну, кстати, быстрый джеб у Абдулаева. И успевает он возвращать руки на место. Очень быстрый и очень острый, да, джеб у Абдулаева. И я думаю, его предыдущие соперники не дадут мне соврать. Однозначно. Хороший удар по туловищу был здесь сейчас от Заура Абдулаева. Неплохо сейчас ушел от атаки на ногах Заур Абдулаев. Вот заметьте, он начал раскачивать больше здесь Заур, подсаживаться, уходить назад, вперед. Постоянно не стоять на месте. Все сложнее и сложнее становится Дейнеру прицелиться, выстрелить прицельным ударом.
Соперник вроде бы рядом, да, попади еще в него. Промахнуться гораздо легче. Смотрите, о, как сейчас выбрасывал очень быстро. Хорошо. Ага, это опасно. Хорошо было, но успел все-таки попасть одним ударом. Да, но там практически уже почти оттянулся Заур и так вскользь пришелся тот удар. Вот по корпусу, вот почаще бы по корпусу Заур убить, нагружать печенку колумбийца. Опа! Хороший удар через руку провалил Заур, два боковых и гонг. Ну вот, мы ждали взрыва от колумбийца, вот он взорвался, но Заур был к этому готов. Но чисто по-зрительски хотелось бы побольше действия в ринге. Между тем у нас бой подошел к середине, шестой раунд нас ожидает. Совершенно верно. А у нас уже тем временем шестой раунд. Ну, со стороны может показаться, что Заур немножко зажато выглядит. На самом деле это не так. Он очень сконцентрирован, мотивирован и прекрасно понимает, какой соперник перед ним стоит. Ну вот, решил поактивнее работать Дейнер Берио, но ему пора уже это делать. Да, его угол его активно к этому призывает. Заур пока спокоен, хладнокровен. Ну вот джеб. Прошел там апперкот по корпусу у Абдуллаева. Идет вперед Дейнер Берио. Вот здесь хорошо. Так, слегка подзастыл Берио и пропустил по корпусу. Вот хотелось бы, конечно, больше. Вот еще один хороший по корпусу слева. Хотелось бы, точнее, справа. Слева, слева. Хотелось бы больше серийной работы от Заура посмотреть. Ну вот, отвечает Дейнер Берио. Идет вперед Абдуллаев, идет с ударами. Ну вот, ставить соперника к канатам и попытаться поработать серийно. Вот что нужно Абдуллаеву, возможно. Мы видим, Берио так очень хорошо защищается, хотя вот сейчас два удара от Заура достигли цели. Ну да, мне кажется, в шестом раунде пора уже действительно увеличивать темп Зауру и больше выбрасывать. И, как справедливо заметил Николай Попов, отлично, не давать два, думать. Две такие защиты корпусом продемонстрировал Заур сейчас. При этом приведут до этого, попав хорошим боковым в туловище под левую руку. Так, ну вот первая серия в конце раунда от Абдуллаева. Вот проходит джеб в корпус у Абдуллаева. Еще двойка. Ну, правда, хочется побольше ударов от Заура выброшенных посмотреть. Заканчивается раунд. То есть, мне кажется, стартовое волнение, оно должно было бы уже пройти у Абдуллаева. Конечно, я думаю. Сейчас уже план вовсю, оба бойца пытаются реализовать свои домашние заготовки. Итак, седьмой раунд мы увидим обязательно. Очень скоро ждем. Поединок напряженный.
about second. Seca un poco la quinita ahí, por favor. Седьмой раунд. Седьмой раунд, дорогие друзья. В поединке Заура Абдуллаева и Дейнера Берио. Рубки мы пока не увидели в ринге, да и вряд ли, может быть, даже увидим в ближайшее время. В шестом раунде так хорошо достаточно Зауру удавалось защищаться. Часто он проваливал своего соперника, но не так часто возвращался после этих атак, не так часто наказывал его за эти промахи. Ну и, скорее всего, понимает, Заур находится близко к своему сопернику, понимает, где-то не рискует этим еще. Функционально пока, мне кажется, оба бойца еще выглядят достаточно свежими. И кажется, что при нужный момент оба могут прибавить. Но поединок не особо энергозатратный. Ну, поэтому... коллега, тут вот то напряжение, в котором каждый из бойцов держит друг друга на протяжении предыдущих 6 раундов, это может очень плотно сказаться. Забрать большое количество сил. Пошел вперед Берио. Пытается он сокращать дистанцию. Вот остается перед ним Заур, но принимает удары на локти. Ну, пора уже действительно начинать напрягать колумбийца Заура Абдуллаева. Попытался два раза очень опасно просунуть удар снизу, но затянулся немножко назад в последний момент Берио. Ну вот дал промахнуться Абдуллаев. Хорошо защищался Берио, да. Хороший провал от Заура и... Да, мягко так подобрался, поближе. Ну и здесь нужно работать. Соперник же позволяет. И вот напрашивается правый боковой в обод блока еще. Только практически без ударов за счет финтов. Мы видим, так давит Заур своего соперника. Ну вот, смотрите, опасно встречает Берио. Правда, там крюки просвистели в воздухе, но симптом тревожный. Хорошая работа от Абдуллаева. Да, отличная работа. Тут же попытался контратаковать Берио, но руки у Абдуллаева были на месте. Заканчивается седьмой раунд. Заур нависает над Берио, но дает промахиваться. Но нужно после промахов еще и наказывать за промахи. Пора уже это делать, мне кажется, Заур. Но мне кажется, заключительная минута седьмого раунда была очень успешна для Заура. И очень много ударов он попал. Возможно, большую часть по площадям, но это был хороший момент, показательный. Итак, давайте смотреть яркие моменты предыдущего раунда. Вот здесь ушел от джеба, убрал голову Абдуллаева спокойно абсолютно. А здесь пропустил навстречу. Но на повторах видно, что оба бойца очень хорошо, надежно защищаются. Да. У нас восьмой раунд из 12 запланированных. Заур Абдуллаев. Такого сдвоенного джеба начинает этот раунд Абдуллаев. Против Дейнера Берио, Россия. Заур Абдуллаев, Колумбия, Дейнер Берио. Бой в легком весе. До 61 килограмма 200 граммов. На кону пояс WBC Silver. Просят от Заура в углу, чтобы он больше нагружал, скажем так, своего соперника. Больше выбрасывал по нему удару, больше заставлял его работать. Возможно, это утомит как раз-таки. Ну, все правильно. Хочется уже какого-то разнообразия.
Так вот навис над своим соперником в данный момент Заур. Да, но вот есть ощущение иногда, что где-то пережидает он, и нужно ему пораньше начинать свои атаки. И еще бы сюда добавить в обод блока. Но он не поджимается пока Берио к канатам. Такой вот он. Хороший апперкот под руку засунул сейчас Заур с левой руки. Восьмой раунд. Но силы еще есть. Силы есть. Вот стоит перед... Личные два удара по туловищу от Заура Абдуллаева. А Берио стал просто оставаться. Стал оставаться перед Абдуллаевым. Да, и давно мы не видели таких размашистых боковых от Дейнера Берио. Возможно, это симптомы первой таких усталости уже от него. Не так размашисто и не так часто он их выбрасывает. Заур все время рядом, все время на джебе. Да, и это очень-очень забирает много сил. Вот это вот внимание и сконцентрированность, которую приходится оказывать Дэниелу Берио, его очень сильно так начинает подутомлять. Практически не дает свободного пространства Заур своему сопернику. Ну вот, поджал канатом, но на месте локоть у Абдуллаева. Но хочется серийной работы, еще раз повторюсь, от Заура, чтобы он побольше ударов выбрасывал все-таки. Порой где-то, может быть, действительно слишком осторожно работает Абдуллаев. Хотя понятно, что соперник не подарок и все такое. Хорошая атака, хорошо попал от Заура. Справа. Попадает справа Заур, но мало, мало одного удара, мало, мало. Нужно больше бить. Отличный боковой и от Заура. Еще один слева. Вот по корпусу проходит удар наконец-то у Заура. Еще один. Ну вот, оживляется ситуация в конце раунда, как обычно. Но вот, мне кажется, уже на следующий раунд Абдуллаева можно начинать пораньше активные действия. У нас девятый раунд, четыре раунда еще остается запланированных в этом поединке у нас. Заур Абдуллаев против Дейнера Берио. И от раунда к раунду начинает так потихоньку, но прибавлять Заур Абдуллаев все больше и больше, все комбинационнее и комбинационнее он работает. В зеленых перчатках Заур Абдуллаев. Хорошо, апперкот. Хороший апперкот, тут же крюк слева. И вот, смотрите, отвечает Дейнер Берио по корпусу ударом. Абдуллаев так нависает над соперником. А тем самым постоянно заставляя быть в таком сосредоточенном, да, напряжении. Колумбийца. Ну и Берио тоже, смотрите, достает там апперкотом с дальней дистанции. Достал. Берио очень опасный боец, мы знаем, и может быть, может оставаться опасным на протяжении всего поединка. Вспомните, как пытался он спровоцировать предыдущего своего соперника Павла Малика прям буквально под концовку самого 10-го раунда. Да. Так. Что у нас там в ринге? Джеб. Ну вот, мало. Маловато. Маловато, мне кажется, все-таки Абдуллаев работает. Понятно, что... Хорошее попадание было в данный момент от Заура. Это да. Но мало одного. Понятно, что не хочет лишний раз рисковать. Опа! Вот здесь опасно. Берио бывает размашист, но точен.
А вот здесь хорошо попадает Абдулаев. Мне кажется, так немножко потрясен. Вот, провалил колумбийца Абдулаев. Нужно наказывать, нужно бить. Ну и все правильно делает Заур. Он находится рядом, далеко не уходит. Постоянно продолжает нависать. Хотя сейчас не выбрасывает большое количество ударов. Хороший боковой. Смотрите, несколько раз сейчас промахнулся колумбиец. Ну вот нужно Абдулаеву, соперника, прижать канатом, не выпускать оттуда и бить как можно больше. Но аккуратнее, аккуратнее здесь нужно. Вот мне кажется, та бомбежка, которую от раунда к раунду начинает. Хорошие два апперкота подряд от Абдулаева. Абсолютно верно. Заур начинает давать свои результаты. Чувствуется, что симптомы усталости появляются уже в движениях. Но ой, хорошо левый сейчас было. Вот опустил руки. Заметьте, как часто начал промахиваться. Берио. Берио, да. Опустил руки. Ну, возможно, следующий раунд начнется наконец-то заруба, которую так любят хардкор-фены профессионального бокса. Посмотрим. Десятый раунд. Заур Абдулаев, Дейнер Берио. Из 12 запланированных на кону пояс WBC Silver в легком весе. Перчатки оранжевого цвета колумбиец Дейнер Берио. Перчатки зеленого цвета российский проспект легковес Заур Абдулаев. Ну вот сейчас нужно провалить колумбийца. И наказать за это. Пошел вперед Берио. Нарвался на апперкот. Да. И еще удары нужны. Вот, хорошо. Хорошее попадание. И мажет Берио. Да, и смотрите, мне кажется, открылось кровотечение от того апперкота, которым Заур Абдулаев попал в Дэниела Берио. И стал подвисать Берио, заметь, коллега. Стал подвисать, и у Заура появились шансы. Да, стал брать паузы. Хорошо! Хорошая атака. Ну вот, ну и Берио, смотри, какой опасный. Успел слева попасть по Абдулаеву. Абсолютно верно, Берио еще очень-очень опасный. Отличный удар по туловищу. Да, вот, Берио. Началась жара, по крайней мере, в ринге. Вот вы слышите и, может быть, даже видите Николая Попова, который отчаянно подсказывает своему подопечному. Призывает идти вперед больше Абдулаева, больше выбрасывать ударов. Вот здесь неплохо. Дал поработать колумбийцу и пробил навстречу. Ой! Отличная двойка. Замечательно. Но опасно. Опасно Берио там пробивал апперкот. Он ни в коем случае не сдался. Хорошек, снова три апперкота. Снова пошел вперед Абдулаев. Промазал апперкотом Заур. Смотрите, ну, опустил руки. Опустил руки вперед. Но это, я думаю, в основном еще и показательно. Смотрите, сколько ударов тут же пропустил. И чуть-чуть подзавис после своего прямого удара даже. Дейнер Берио. Отличная. И здесь правый в разрез еще бы. Но несмотря на это, чудеса стойкости показывает Дейнер Берио. Но он ждет момента, чтобы хлестнуть навстречу, видимо.
Ну, хорошая концовка раунда. И в этом раунде очень серьезно досталось Дэниэл Берри. Давайте смотреть повторы. Под концовку прошлого раунда очень много ударов донес до цели Заур Абдуллаев. Начинает Заур Абдуллаев с джебом. Ну и там были призывы включаться, бить больше. Вот, да, пошла работа. Пошла работа у Абдуллаева. Ну и очень опасно бьет так время от времени Заур Абдуллаев. Вот этот левый в туловище, полуснизу, полупрямой такой удар. И задвигался на ногах Дэниэл Берри. Он понял, что ему очень тяжело переносить эти все удары на блок. Он хорошо попадает сейчас Абдуллаев. Но больше нужно работать. Проходит удар у Абдуллаева. И заметьте, так все реже и реже начал отвечать Дэниэл Берри. Скорее всего, он не до конца восстановился именно функционально за перерыв. Чувствуется, что вот сейчас вот так снова подпросел функционально. Или же что-то здесь задумал. Но он задумал встретить боковым слева, но не попал толком. Он собран, внимателен. Но здесь можно на выбор работать Абдуллаеву. Но при этом не забывать, да, возвращать руки на место. Хорошая комбинация Абдуллаева. Показал работу корпусом в защите сам. Отзащищался сейчас хорошо очень. Отличная атака. Прекрасная серия от Заура Абдуллаева. Забегал Дэниэл Берри. Да, и те удары, которые попал по нему Заур, все-таки он их очень хорошо прочувствовал. Ну и сейчас, видимо, всячески пытается немножко засушить поединок. Но ничего не дает ему сделать Заур. Отличный удар по корпусу. Вот здесь опустил руки Берио и туда же вдогонку пробил Абдуллаев. Пошло такое усиленное кровотечение из носа у Дэниэл Берри. Зал загудел. Но люди почувствовали, что он взвинтил темп Абдуллаев и стал все-таки больше бить. Чего от него и требовалось. Конец раунда. Конец 11-го раунда. Хорошая комбинация снова, но все принимает так на блок. По корпусу нужно поработать Абдуллаеву, мне кажется. И побить боковые вот блока. Хорошая серия да, практически. Под концовку раунда, да. Но нас ждет финальный 12-й раунд. Силы у Заура Абдуллаева остались, я уверен. Должно быть интересно. Вот Магомед Курбанов уже отбился. Находится в зале среди зрителей. Про руки не забывай.
А у нас 12-й раунд. Заур Абдуллаев, Дейнер Берио. Вот в перерыве, кстати, не стал садиться Дейнер Берио. И на ногах его. Одиннадцатый и десятый раунд выдались очень тяжелыми для Дейнера Берио, и поэтому его очень усиленно обливали водой и растирали льдом в перерыве. Заур Абдуллаев первым номером работает. Начинает с джеба. Ну и нужно добавлять правый боковой здесь. Или правый в разрез. Да, очень много таких безответных атак пропускал на себя, принимал на себя Дейнер Берио в предыдущем раунде. Полностью сейчас фокусировался колумбиец на защите. Его сейчас основная задача, возможно, не столько вырвать заключительный раунд, сколько остаться на ногах. Да, так уже на велосипеде. Да. Оба хорошо, вот, вот. А время еще предостаточно. То, что нужно Абдуллаеву. Работа по корпусу, перевод на голову. Работа по этажам. Но внимательно, внимательно. Все равно нужно быть внимательным. Поджал Заур своего соперника в данный момент канатом. Хорошая серия комбинация. Опа! Берио показывает всем своим видом, что ему все нипочем. Но уже видно, что это всего лишь так показное. Видно, что плотно попадает по нему Заур. Но тут для Берио, наверное, дело чести достоять этот поединок на ногах. Да, прекрасный 12-й раунд. Отличный удар в туловище. Силы остались у Заура Абдуллаева. И он работает. Вот пытается Берио поймать на удар Заура. Но здесь уже, мне кажется, не стоит вопрос, кто выигрывает этот поединок, а стоит вопрос, сможет ли додержаться на ногах. Хорошая серия боковых от Абдуллаева. Итак, бой закончен. Прекрасный поединок. Ждем судейского решения, хотя, по-моему, здесь ясно, кто выиграл. Ждем.
Наиболее яркие моменты 12-го раунда только что были на ваших экранах. Заур Абдуллаев, который, на мой взгляд, очень неплохо отбоксировал. Да, хотелось, может быть, от него пораньше активных действий, но он следовал четко своему плану. И... Ну и посмотрите, какие были заключительные три раунда практически в одну калитку. Да, вы видели. Так, да, разбивал. Ну а 12-й раунд и откровенно даже избегал поединка Дэниэл Берио. Его основная задача была остаться на ногах. Перед тем, как я объявлю судейское решение, давайте еще раз поблагодарим бокса за красивый яростный поединок. Наши аплодисменты в любом случае обоим боксерам и ждем. Итак, счет судейских записок. Судья Малазония 115-113. Судья Алексис 117-111. Алоза 117-111. Победу единогласным решением судей одержал и стал новым чемпионом мира WBC-сибиря Заур! Заур Абдуллаев! Единогласным решением судей одерживать победу. Вопросов нет, но, кстати, один из судей так, причем щедро посчитал Дэниэл Берио с таким с уважением. Наши поздравления Зауру Абдуллаеву. Молодец, отработал. И, конечно же, еще раз уважение Дэниэл Берио. И очень скоро главное событие, главный бой сегодняшнего шоу. Павел Маликов против Дауда Йордана. Большое спасибо за вашу поддержку. Для меня это очень приятно. У меня был очень плотный график боев. И я сейчас чуть-чуть возьму перерыв и вернусь еще сильнее. Я надеюсь, это мое начало большого пути. Всем большое спасибо. Спасибо всей моей команде. Моему тренеру Николаю Юрьевичу, моему менеджеру, промоутеру, всей команде спасибо большое. Это была большая работа. Спасибо. Заур Абдуллаев! Новый чемпион мира WBC Silver. Шумел,